21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Тема дня. А еще раз здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что слушать нас можно на территории Северного Крыма круглосуточно на частоте 105,9 FM. А о чем мы будем говорить далее? Подконтрольная России парламент Крыма сегодня назначил Юрия Гаценюка на должность главы правительства. Решение было принято на внеочередной сессии крымского парламента 1 октября. Кандидатуру Гаценюка поддержали единогласным голосованием. В понедельник, 30 сентября, Сергей Аксенов решил отказаться от совмещения должностей главы Крыма и руководителя правительства и внес на рассмотрение парламента Крыма соответствующее решение о разделении полномочий. Также напомню, что 20 сентября на сессии подконтрольного России крымского парламента Аксенова переизбрали на новый пятилетний срок главой Крыма. Ну а сегодня назначили вот все-таки то, случилось то, о чем многие говорили, что не будет вот в течение следующих пяти лет или, по крайней мере, какого-то срока Сергея Аксенова совмещать, как это было на протяжении с 2014 по 2019 год, одновременно две должности – главы Крыма и главы крымского правительства. Так и произошло. Теперь Сергей Аксенов – это глава, российский глава Крыма, а Юрий Гаценюк – это председатель подконтрольного России крымского правительства. Кто такой Юрий Гаценюк? Ему 53 года. Он является уроженцем Красноперекопского района, но много лет прожил в Первомайском районе. Это север Крыма. По образованию он ученый-агроном с более чем десятилетним опытом работы в сельском хозяйстве. Начинал в конце 80-х годов трактористом в колхозе Первомайского района «Знамя коммунизма». Затем по официальной биографии занимал там должность агронома, управляющего и главного агронома. А в начале 2000-х возглавил сельскохозяйственный кооператив в этом же районе. Но вскоре он перешел работать на пост заместителя председателя Первомайской райгосадминистрации. На этой должности он провел более 10 лет. Об этом, вот если вам интересна вообще биография господина Гаценюка, я адресую вас на сайт Крым Реалии. Там можете уже прочитать материал, который называется «Игра Аксенова на опережение», что известно о премьере Крыма Юрия Гаценюке. Также в 2005 году он баллотировался в народные депутаты. В 2009 году Юрий Гаценюк был удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины». Впоследствии Гаценюк, значит, примкнул к партии регионов и остался вот главой Первомайского района. На момент российской аннексии Крыма Юрий Гаценюк руководил Нижнегорской районной государственной администрацией, и после первых выборов в местные советы, которые Россия провела на полуострове и не признала эти выборы мир, вернулся вот в администрацию Первомайского района, а в августе 2016 года уехал в Симферополь, где стал вице-премьером, то есть заместителем российского премьер-министра крымского правительства Сергея Аксенова. И вот сегодня, 1 октября, Юрия Гаценюка назначили теперь уже председателем Совета министров Крыма. Также перед сегодня, после того, как проголосовали за кандидатуру Юрия Гаценюка, после того, как его назначили, дал свой комментарий крымским медиа Владимир Константинов. Это глава подконтрольного России крымского парламента. Он сказал, что назначение на должность главы Совета министров Крыма Юрия Гаценюка даст возможность, он именно акцентировал на этом, Сергею Аксенову сосредоточиться на взаимодействии с российскими министерствами и ведомствами, президентом соседней России Владимиром Путиным, и позволит Аксенову работать на международном направлении для отмены якобы санкций. Ну, нужно иметь в виду, что это выстраданное решение. Мы очень много лет занимались опытом других субъектов Российской Федерации. Там во многих регионах это давно функционирует и успешно функционирует. Но Крым особенный регион. Регион больших преобразований. Это тысячи одновременно реализуемых проектов. Всю эту колоссальную работу на следующие пять лет, этот объем работы, он остается. Уже очевидно, что надо внутри самой системы исполнительной власти проводить, так сказать, изменения для того, чтобы повысить эффективность всей работы. С другой стороны, это высвободит главу республики для участия в работе стратегических вопросов, которые никто, кроме него, сделать не может. Я уже об этом говорил, это важно. И никогда не забывать, что мы по-прежнему санкционный регион, международная работа, международная ответственность лежит
работать на нем. Это колоссальный пласт работы. Пока Крым в полном объеме не будет признан всеми, так сказать, международным правом, мы всегда будем оставаться уязвимы. Здесь нужно, так сказать, нашему главнокомандующему выдвигаться на первые рубежи. То есть господин Константинов почему-то считает, что теперь господин Аксенов сможет каким-то образом повлиять на снятие санкций или не на введение новых после того, как ему вот добавили такого помощника в виде господина Гаценюка. А вот сам Юрий Гаценюк, напомню, сегодня назначенный главой подконтрольного России крымского правительства, в интервью крымским медиа рассказал, что главная цель, которая преследовалась при разделении полномочий, это поднять эффективность государственного управления органов Крыма. Крымской власти. В первую очередь задача правительства и моя как представителя правительства – это обратить внимание в первую очередь на ответственность, именно поднять уровень ответственности до принятия управленческих решений, именно качество. Второе – это, конечно, активная работа, интенсивность работы органов исполнительной власти и работы, в том числе, органов местного управления. Это наша основная задача. Ну и, конечно, моя задача основная – это координирующая роль, именно организация работы всех органов исполнительной власти для достижения тех задач, целевых задач. Вот у нас как бы очень много программ. У нас есть основная задача – это исполнение майского указа, национальный проект, который является приоритетным для Республики Крым. Это основная задача, которую мы должны до конца года по показателям, по индикаторам выйти, так сказать, с теми задачами, которые были поставлены изначально. Значит, также у нас есть программа федеральная целевая, которую мы тоже к концу года должны, так сказать, выйти на определенный показатель. Напомню, что это вы сейчас слушали Юрия Гаценюка, которого сегодня назначили под контролем России главой правительства Крыма. Ну и есть и первые, знаете, первые реакции на такое назначение. Вот как, например, прокомментировал необходимость такого разделения должностей между как вот главы Крыма и главы российского правительства Виктор Чигрин. Это крымский социолог. Дал он такой комментарий телеканалу «Крым-24». Давайте послушаем. Во-первых, это граница моря, граница суши, государственная граница. Во-вторых, это достаточно сложный социокультурный англомерат, который включает в себя и различные этносы, и различные конфессии, и так далее, и так далее. В-третьих, нельзя забывать о том, что когда Крым вошел в состав России, была принята достаточно амбициозная программа развития, федеральная целевая программа. Решить все эти вопросы, утихомирить, успокоить, направить наших крымчан – достаточно сложная штука. Поэтому совершенно естественная вещь – это разделение чистого управления, там, где ЖКХ, там, где дороги, там, где вода, там, где свет, и решение стратегических задач, которые стоят перед Крымом. Об этих задачах мы не должны забывать никогда. То есть вот господин Виктор Чигрин, я напомню, он сказал, что таким образом нужно утихомиривать, ну, придется утихомиривать крымчан, если разделить эти должности. Но вот такие мнения. Кстати, мы перед эфиром пообщались еще с Эльми Умеровым. Он до 2014 года возглавлял Бахчисарайскую районную государственную администрацию. Ранее он был и вице-спикером крымского парламента. Эльми Умеров, заместитель главы Межлиса крымско-татарского народа. Нас интересовал вообще вопрос, а вот кто в этом, если можно так назвать, тандеме или вот просто в этой паре, Сергей Аксенов, как вот назначенный Россией глава Крыма, и теперь Юрий Гаценюк, как глава крымского правительства подконтрольного России. Вот кто из них будет главным? Давайте послушаем. Я Юрия Гаценюка знаю, конечно, но я не могу сказать, что мы были друзьями или что были в одной команде. Мы работали одновременно во времена Януковича. Ну, я тогда пришел с боем, с войной. Весь мир практически наблюдал за этой схваткой, как я пытался остаться руководить Бахчисарайским районом. И мы не были членами одной команды. Я не помню, чтобы мы когда-то с ним чай пили или где-то за столом сидели, поэтому я не могу сказать, что мы с ним были друзьями. Насчет самой этой должности, я скажу так. Пока существует должность главы республики,
это российская власть, оккупационная власть на территории Украинской автономной республики Крым, должность, которую дали Гаценюку и назовут ее председатель Совета министров, ничего значить не будет. Все равно коммуникатором между Путиным и Крымом будет Аксенов, и фактически руководить правительством тоже будет Аксенов. Я думаю, ни на какие процессы он влиять не будет. Он из той категории людей, которые привыкли на процессы не влиять, а просто занимать должность. Это, напомню, вы слушали сейчас Эльми Умерова, заместителя главы Межлиса крымско-татарского народа, а до 2014 года Эльми Умеров возглавлял Бахчисарайскую районную государственную администрацию и знает Юрия Гаценюка, ну, по крайней мере, до того момента. Ну, а сейчас мы обсудим вообще, что все это означает, вот это назначение господина Гаценюка, почему именно его назначили и что стоит вообще крымчанам ожидать от такого назначения. С нами на связи Владимир Горначев, общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, ну, интересует ваше мнение. Вы давно говорили о том, что будут разделены эти должности, хотя предполагали, что все-таки кого-то пришлют из Москвы, скорее всего. Но вот назначили... Его пришлют, да. А пришлют, вы ожидаете? А да. Вот расскажите, как, по-вашему, дальше будут развиваться события? Ну, сейчас, как говорится, происходит первый этап. Аксенов упал в истерику, понимая, что его задвигает официальных... рычагов власти, и провел демарш в виде вот этого демонстративного написания заявления об отставке главам администрации совершенно другой ветви власти, которая не подчиняется Аксенову. И это было сделано демонстративно для того, чтобы администрация президента видела аппаратный вес самого Аксенова. Вот. И второй момент – это протаскивание через Госсовет кандидатуры нового вице-премьера в качестве премьер-министра. И, соответственно, как бы это не было согласовано с администрацией президента. То есть это было сделано Константиновым и Аксеновым напрямую. Константинов ему подыграл, потому что он понимает, какие последствия будут. То есть чем больше он накосячит, тем быстрее Аксенова уберут в Москву. И, соответственно, он ему подыграл в этом. То есть голосование было, вы видели, каким на Гаценюку. И, соответственно, как бы сейчас мы ждем, когда Сергей Валерьевич поставит позицию в администрацию президента и фактически говорит, что я здесь новый Джохар Дудаев, а Крым – это моя новая Ичкерия. Как вы думаете, когда может быть... Владимир, скажите, как вы думаете, когда может быть реакция Москвы на вот эти события? Я думаю, что она будет где-то к концу, началу следующего года, когда спадет этот ажиотаж. И люди как бы определятся с кандидатурой, потому что, еще раз повторю, что люди, которым предлагали должность главы Крыма, они как-то чертовладно бегут от этой должности, и Аксенов этим пользуется. То есть, грубо говоря, кандидатур готовых не было. Вот. Ну, соответственно, как бы приняли такое решение, и Аксенов как бы поспособствовал тому, чтобы они как бы на его позицию, на позицию того, что он назначит своего технического премьер-министра, а сам попытается дальше рубить. Никто ему этого не даст. То есть, подождите, получается, по вашему мнению, сейчас Сергей Аксенов и Владимир Константинов, они сделали что-то, что выходит вообще за рамки желания официальной Москвы, и им за это, что называется, ничего не будет? Нет, им как раз будет за это, потому что решение по Аксенову принято, и мы видим сейчас конвульсии предметные, то есть господин там пытается, знаете, как петух с отрубленной головой бегает по двору, вот примерно такую движение делать Аксенов. А решение по нему принято, и вопрос просто, когда именно найдется человек, который готов будет поехать в Крым, и, соответственно, он займет должность премьер-министра. Аксенов, скорее всего, пойдет в Совет Федерации вместо комитета, и будет там заседать который ничего не принимает, никаких решений, но надувает щеки по внешней политической повестке. Думаю, что так будет. Ага. Владимир, тогда такой вопрос. Стоит ли ожидать чего-то радикального, каких-то радикальных изменений сейчас вот в работе крымского правительства в ближайшее время? Нет. Да ничего не поменяется. Вы поймите, здесь как басни Крыму. Вы, друзья, как не садитесь, вы музыканты не годитесь. И неважно, кто там будет даже главой. Даже если в Москве человек сильнее, то только на разгребание этого болота, если он будет действительно там заниматься этим делом, а не просто... сядет как в фильме «Зеленый фургон», найдя желтые сапоги в сейфе, на участок земли где-нибудь на ЮБК в обмен на лояльность чиновников. И, соответственно, как бы здесь никаких резких движений быть не может, в принципе, даже если заменить Аксенова.
Но в целом это положительная как бы новость, и здесь надо что-то говорить о том, что у Крыма появляется шанс. Но я его оцениваю как очень невысокий. Mm-hmm. А вот вы упомянули также Константинова, сказали, что он наблюдает за всем этим. А не ослабятся ли вообще позиции Константинова на территории Крыма, если Сергей, ну вот после данной ситуации, если, как вы говорите, что возможно теперь в следующем году Сергей Аксенов там он будет убран из Крыма? Ну, вы должны понимать, что парламентаризм на Украине и в России, он немножко разный. Если Украина парламентско-президентская республика, то в России парламент не имеет роли вообще. Это касается и регионов. То есть эти депутаты, они сидят и изображают из себя представителей народа, хотя таковыми не являются, и не влияют ни на какие решения. Поэтому здесь Константинова могут оставить, потому что он, как говорится, ничего не делает, и сидит тихо, и не высовывается. То есть он не является человеком, который приносит такую массу проблем, которую создает Аксенов. И здесь у него шансов больше, то есть он надеется в очередной раз пересидеть. Угу. Понятно. Спасибо вам. Владимир Горначук с нами был на телефонной связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». И мы продолжаем нашу программу. Я сейчас хочу, чтобы мы послушали еще один фрагмент выступления господина Гацинюка. Это фрагмент интервью, который он дал телеканалу «Крым-24». Он рассказал о том, как вообще будут меняться министры в его правительстве. А вот о конкурсе, который ранее анонсировал Сергей Аксенов. Давайте послушаем. Произошла отставка главы администрации городов и района. Сейчас вот принято решение по инициативе главы республики Сергея Аксенова кадровый проект, где могут все крымчане принять участие, в том числе подать документы во все органы власти, я имею в виду, как уровень исполнительной власти, так и в администрации городов и района, чтобы поучаствовать в конкурсном отборе. А мало того, на чем акцентировал внимание Сергей Валерьевич, это чтобы общественность приняла, так сказать, решение в принятии того или иного кандидатуры, так сказать, на назначение главы города и района. Поэтому все это публично, открыто, должны пройти снова новые конкурсы, люди должны, так сказать, воспринять. Это, напомню, вы слышали слова Юрия Гаценюка, нового главы правительства Крыма. А сейчас с нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, добрый вечер. Здравствуйте. Илья, хотелось бы узнать, вот ваше мнение по поводу назначения Гаценюка руководить крымским правительством. Что вы ожидаете от этой кандидатуры? Ну, как бы он достаточно много, в принципе, работы выполнял в крымском правительстве. Постоянно его куда-то направляли на такие какие-то важные направления, ну, насколько я в курсе. Просто сталкивался несколько раз с ситуацией, когда именно обращения наши переправляли на него, как бы, и то есть он занимался этими вопросами. Вот. Что я ожидаю? Ну, особо каких-то изменений я не ожидаю, потому что все-таки человек, он не до конца самостоятельный, он крымский, соответственно, назначили его по ходатайству Сергея Валерьевича Аксенова, так что каких-то особых изменений в правительстве и в способах управления республикой я как-то не ожидаю. Илья, еще такой вопрос. Вот и мы сейчас слышали и фрагмент выступления господина Гаценюка, а ранее эту инициативу озвучил Сергей Аксенов о том, что вот сейчас будет такой открытый конкурс на должности глав администрации крымских городов, там районов и так далее, и министра в том числе. Все это делается якобы для того, чтобы вот сделать такую прозрачность и вообще услышать народное мнение. А на ваш взгляд, вот действительно ли будет услышано мнение жителей Крыма, и действительно ли туда смогут попасть люди, которые не согласованы были до этого или не предложены до этого господином Аксеновым? Вы знаете, вот я со стороны Сергея Валерьевича Аксенова в последнее время слышу очень много противоречивых каких-то заявлений. Да? То есть вот то он говорит о том, что изменения в крымском правительстве, они будут чисто декоративными, как бы, да, то есть, что, ну, я так понимаю, что ты нужно понимать, что новый премьер-министр у нас, как бы, ничего решать не будет, это будет, как какая-то, я не знаю, декоративная личность какая-то, да, то он размещает на своей странице информацию о том, что вот он сейчас уже выбирает состав правительства какой-то там, утверждает там кандидатуры министров, рассматривает и глав администрации вот этих
поселений в том числе, как бы, да, то есть городов, там, поселений, еще что-то. То есть, ну, такое заявление о том, что он, в принципе, исполняет несвойственные для себя полномочия, как бы, да. То есть, если правительство должен формировать, соответственно, премьер-министр, пускай даже по согласованию, возможно, с главой, и если это относится к городским администрациям или к поселкам, но там вообще Сергей Валерьевич как-то не должен иметь никакого к этому отношения абсолютно с точки зрения законодательства, да, как бы, ну, понятно, что, может быть, мнение его может учитываться как-то, но все равно голосуют у нас депутаты, они избраны населением, они среди там депутатов там утверждены, да, еще что-то, то есть это абсолютно другая часть там какого-то муниципального управления, как бы оно не имеет никакого отношения к республике вообще в принципе, да, и после этих всех заявлений вдруг неожиданно вот рождаются такие объявления о том, что будет учитываться мнение там населения и общественности при назначении вот этих кандидатур, да. Ну, то есть все зависит еще, в принципе, от того, каким способом будет проводиться это голосование в первую очередь. А во вторую очередь, как бы, я могу сказать, что если у нас население там поверило в выборы настолько, что реальная явка была по республике в районе 22%, да, то, ну, как-то привлечь их в интернет голосование, там, как бы, ну, я считаю, что это практически нереально, и количество проголосовавших людей, как бы, оно, ну, не будет, соответственно, каким-то большим, да, если это, допустим, министр, который сегодня находится там, соответственно, в правительстве Республики Крым, да, а мы знаем, что вот это и голоса Единой России, это, в принципе, по сути, все, что смог выдавить из себя административный ресурс. Если это министр образования, допустим, на сегодняшний день действующий участвует в этом конкурсе, то, ну, извините меня, путем голосования открытого, с, ну, названием фамилии, допустим, да, если мы через, у нас авторизация, например, на сайте Совмина идет через госуслуги, да, то есть если будут видны результаты этого голосования, но мы понимаем, за кого проголосует полностью там министерство, там и сотрудники образования, там муниципальных каких-то городов, еще чего-то, за кого скажут, за того не проголосуют, как бы. Да? То есть, ну, это теоретически абсолютно не тайное голосование, да, ну, какое-то? Ну, как бы, ну, а у кого есть уверенность в том, что оно тайное, как бы, да, то есть у нас, если в Москве проходило голосование, и потом списки слили там голосующих, там, ну, в электронном виде, да, это голосование прошло, потом слили списки голосующих, там, и, ну, каждый мог посмотреть, кто там участвовал в этом электронном голосовании, а тут, соответственно, я вам говорю, авторизация на сайте происходит через госуслуги, где фамилия, имя, отчество и другие данные указаны, как бы, да, и, ну, где гарантия у людей, что это голосование тайное, как бы, но я, ну, сильно сомневаюсь, что в этом их можно убедить, даже если это так. Понятно, есть, ну, здесь, да. Илья, ну, а если говорить вот просто вообще про саму, то, что вот такое открывают конкурс, вроде бы даже в том же самом Симферополе, не так давно, но в прошлом году, да, назначили госпожу Маленко главой администрации. Тут снова предлагают там открытый конкурс, ну, открытый, не открытый, это уже там дело десятое. Просто снова как бы обещают, что вот будет проведен там этот конкурс, ну, и так далее. В чем проблема, на ваш взгляд? То есть как бы нет чиновников, необходимые компетенции, да, то есть не могут привлечь тех чиновников, ну, зачем снова назначать конкурс, если и так как бы человек там работает? Или есть претензии, может быть, обоснованные у крымчан, и поэтому необходимо снова провести конкурс и там определить новых людей? Ну, у крымчан масса претензий к действующим сегодня в республике власти, и то, что на голосовании, как бы, на выборе депутатов, на выборах, на вот этих голосованиях участвовало, в принципе, около там 25, ну вот по Симферополю, где КАИБы стояли, явка была 22%. Я вот от людей слышал, что от наблюдателей, которые участвовали в этих выборах, в сельской местности было и по 16, как бы вот север Крыма у нас неожиданно проголосовал там за Единую Россию, там по 68% выдал, как бы, да, и явка была там 40-50%, ну, явно такая повышенная, как бы, очень сильно, да, и в Красногвардейском люди попадались на фальсификацию этих выборов, то есть, ну, я считаю, что доверие, в принципе, к власти сегодня нулевое, и вот эти вот
попытки как бы придать назначениям этим какую-то легитимность через вот это голосование, это они как раз об этом и свидетельствуют, что вроде как повысить доверие, чтобы там можно было аргументировать в дальнейшем это назначение, что это вот часть ответственности снять именно Сергея Валерьевича, да, то есть это была его большая ошибка, в принципе, вот такие выдавать новости о том, что он рассматривает все эти кандидатуры. Потому что вы же понимаете, если вы человека на должность назначаете, то вы несете за него ответственность, соответственно. И на сегодняшний день пытаются вот эту ответственность с главы республики снять, что это якобы уже не он, а якобы уже вот эта общественность выбрала, это уже там народ проголосовал, там все что-то как бы. Но я вам могу сказать, что сюрпризов, например, среди сиропа они точно не будет. То есть вы подозреваете, что Маленко так и останется в этой должности? Наталья Федоровна, как бы я вам могу сказать, что ну, из всего худшего, что было в Симферополе, она не такая уж прям и как бы плохая кандидатура на эту должность, как бы, да, ну, по моему честному мнению, как бы, но как бы другого человека я вот вам могу сказать на 99,9% я уверен, что в принципе в Симферополе, например, не будет. Вы полагаете, что не будет этого человека, потому что вот есть такое желание там Сергея Аксенова, или потому что вот, ну вот конкретно, если говорить по Симферополю, что просто-напросто нет других людей, которые были способны бы вообще руководить городом? Потому что я очень сильно сомневаюсь в том, что вот это объявленное, анонсированное, как у нас любят говорить в республике, голосование после заявления Сергея Валерьевича, уже, которое он лично делал точно так же на своей странице, да, оно будет иметь какую-то действительно силу. И у той же, допустим, Натальи Федоровны, вы понимаете, она действующий глава города, да, то есть весь административный ресурс, как бы, он в ее руках. И у нас нет какой-то общественной силы на сегодняшний день в Республике Крым, да, которая способна там хотя бы даже просто не то что каким-то образом повлиять на это голосование, чтобы количеством людей, а чтобы хотя бы даже в принципе привлечь достаточное количество и внимание к этому голосованию, чтобы люди пошли и выразили свое мнение. Потому что, я еще раз повторюсь, у нас на выборы приходило на участки от 16 там, до 24%. Спасибо вам, Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну, и я приведу еще мнение Александра Севастьянова, крымского историка, политического обозревателя. Он вообще назвал этот процесс, вот то, что сегодня произошло, назначение Гаценюка, началом процесса отстранения Аксенова от управления Крымом. Несмотря на сохранение фасадного имиджа героя Крымской весны, Сергей Аксенов накопил очень большое количество противоречий, серьезный багаж минусовых очков в глазах кремлевского руководства, считает Александр Севастьянов. Если политической фигуры ему на замену пока нет, то цель вывести из-под него влияние на социально-экономический блок и финансовую деятельность уже достигнута. А несмотря на то, что вот сам Юрий Гаценюк, это назначенный сегодня глава крымского правительства подконтрольного России, входит в орбиту людей, которые контролируются Сергеем Аксеновым, на посту премьера ему придется избавляться от этого влияния, отмечает Александр Севастьянов. Цитирую, Гаценюк стал компромиссной фигурой, поскольку он достаточно долгое время работал с Аксеновым, который, очевидно, попытается через него сохранить свое влияние. Но новому премьеру Крыма однозначно дадут понять, что его руководство – это не только и не столько Аксенов, но и федеральное влияние, имеется в виду влияние Москвы. Гаценюку будет непросто избавиться от условной пуповины с Аксеновым, но ему придется это сделать, иначе он имеет шансы очень быстро утратить свой пост. Если федеральный центр увидит, что тандем Гаценюк-Аксенов сохраняется, его разрушат, сказал крымский историк и публицист Александр Севастьянов. Ну и вообще, Александр Севастьянов также прогнозирует, что после разделения должностей Сергей Аксенов рискует не удержаться в своей должности до окончания каденции. Мы об этом с Александром говорили приблизительно 2 недели назад, после того, как стало известно, что вот Сергей Аксенов, он все-таки назначен главой, российским главой Крыма. Также напомню, что 8 сентября Россия провела выборы на территории аннексированного Крыма. Эти выборы не признаются ни Украиной, ни Соединенными Штатами Америки, ни Европейским Союзом, ни целым
рядом других стран. Тем не менее, Россия провела эти выборы. Ну а вот сегодня произошло разделение, то, о чем так долго говорили, этих должностей. Сергей Аксенов теперь просто глава Крыма, но это как бы немножко вот повыше по статусу рангах, а Юрий Гацанюк сегодня был назначен подконтрольным России крымским парламентом главой Совета министров республики. И после вот такого назначения сказали, что господин Аксенов теперь должен, в частности, об этом сказал Владимир Константинов, должен сконцентрироваться на том, чтобы избавить Крым от международных санкций. Вот мы посмотрим, как это получится сделать у Сергея Аксенова. Это была программа «Крымский вечер». Ее провел Александр Янковский. Всего вам доброго!